Привидище, это зомби Эрсер. Мы возвращаемся сюда для того, чтобы посмотреть, какие новинки появились. Сюжетную линию разработчик еще не продолжил делать, а вот визуальная составляющая уже изменилась, и кое-какие доработки появились. И вот мы сегодня на них посмотрим. Я также хотел загрузить свои старые сохранения, но видишь, они красным подсвечены. Это говорит о том, что они просто тупо сгорели. Они теперь здесь не актуальны, их нельзя загрузить, поскольку игра переработана. Придется играть заново, и мы можем тут немножечко почитерить. Количество зомби 100%. Можно выбрать 0, чтобы был пустой мир абсолютно. Но это неинтересно, поскольку обновление связано с визуалом зомби. Скорость зомби 100%, мы можем их замедлить, давай 80 сделать. Можем вообще 140 сделать скорость, они будут как флеш носиться, но учитывая, что есть очень быстрые зомби, лучше это не делать. Здоровье зомби, давай 50%, мы их мочили, будем мочить и их толпы. Урон зомби, то есть урон, который они будут наносить нам, ну сделаем 50%, короче, будем читерить по полной. Не хочу, чтобы они меня убивали часто. Изобилие лута. Можно сделать 80%, либо 50%. Давай 100 оставим, пускай так и будет. Хотя хочу посмотреть на изобилие лута вообще. Тогда у меня сумки будут быстро забиваться, я думаю. Ладно, пускай будет изобилие лута, я буду жировать по полной. 800%! Погнали! Ох уж эти звуки сирены. Какого черта? Это что еще за шум? Сирена? Это зомби? Если честно, мне вот не очень тут нравится озвучка нашего персонажа. Не знаю почему, но вот как-то она мне не заходит. Сирена чёртовы отключилась. Зомби у ворот. Мне не нравится, что мы не умеем тут прыгать. С одной стороны, это облегчает разработку игры, меньше багов и все такое. Но на кой черт тогда открывать окна, если ты не умеешь прыгать? Кажется, кто-то попытался покинуть базу на автомобиле. И у него это не вышло. Зачем я здесь открываю окна? Наверное, потому что тут пыльно, душно. Мне нужно захватить ботинки, рюкзак и найти какое-нибудь оружие. Вай-вай-вай! Изобилие лута дает о себе знать. Это мне все не поместится, я это все не утащу. Мне нужен грузовик. Слава богу, здесь хоть пусто. Ты слышишь эти звуки открывания? Я открываю как будто ящик с огромной кучей столовых приборов. Но на самом деле здесь пусто. Что ж, берем вот этот металлоломанный кинжал. Это таблетки, пожалуй, более утоляющие. Возьму их, чтобы у меня башка не болела. Здесь еще один кинжал. А, нет, это мой рюкзак. А это шкаф, и в нем есть рюкзак. Значит, его забираем. Теперь, значит, этот рюкзачок нам нужно закинуть за плечо. У нас сейчас максимальная грузоподъемность 20 килограмм. Рюкзак дает плюс 20. Собственно, будет сейчас грузоподъемность 40 килограмм. Правильно же? Правильно. Все работает, все ок. Ну и до этого работало, в принципе. Еще один... А, блин, я путаю. Почему слева наш рюкзак, а справа шкаф? Надо наоборот все. Значит, башмаки, рабочие ботинки, скорость плюс 5% забираем. Патроны. На кой черт мне патроны, если у меня даже пистолета нет? Я думаю, что мы его тут не найдем сейчас. Биту, конечно же, возьмем. Более утоляющие они мне понадобятся. Энергетики. Там вода. А тут что у нас лежит? Еще более утоляющие. Картофан, туалетная бумага обязательно. Это лучше, чем потираться лопухами. Че, все? Я 40 килограмм набрал. Значит, закидываем сюда кинжал. Закидываем биту. Ботиночки в ноги. И, в принципе, рулон... А, это бинты, это не туалетная бумага. Ну ладно, бинты тоже пойдут вместо туалетной бумаги. Аптечка, кстати, бы не помешала. Она у меня есть. Ну, взять я уже больше ничего не могу. Батончик еще могу взять, и все, да? Вот. Почти 40 килограмм у меня за спиной. Почему туман-то такой ужасный, а? А, выходим, жрачка есть. Открываем окна. Сейчас я еще тут прошвырнусь быстренько. Мало ли, вдруг что-нибудь еще найду. Бинты, вода. Все понятно. Единственный исправный автомобиль на базе врезался в дерево. Надо найти другой путь. Я должен запастись провизией. Все, не надо ничего говорить. Записку можно почитать. Гранату я бы взял. Но придется что-то выкинуть. Например, месячный запас боли утоляющего. Я его выкидываю, беру гранату вот сюда. И все, места нету. Может быть, лучше это, патрончики, винтовочные патроны. Да, винтовку я еще не скоро найду. Так, давай гранату. Тут что у нас, дробовик и патроны, пистолетные патроны. Быстрее всего найду пистолет. Вот, собственно, и все. Кстати, насчет кинжала, он же у нас стелсовый.
То есть стелс-удар увеличивает урон на 10x. То есть я могу 60 урона нанести. Надо потренироваться. Только на чем? Физика есть, это прикольно. Выходим через заднюю дверь. Кстати, тут же еще был туалет. Подожди. В туалете было что-то интересное. Кажется, вот сюда. Или это склад? А, ключ надо найти. Точно, ключ. Где же ключ-то может быть? Куда ключ спрятали? Ребятка. Ключик, ключик, ключик. Где же ты у нас? Жрачки просто табун. Надо было все-таки 800 не ставить. Но я хотел посмотреть, каково это будет, но... Как будто зомби-апокалипсис только что случился, и еще не все обворовали и не все обвандалили. Так что это круто. Можно выйти через... Затестим стелс. Вот так вот его. То есть, по идее, я 60 дамага нанесу, и... Если у него 100 хп, я с двух ударов его должен вынести. А, нет. Нет, не вынесу, потому что если один удар сейчас нанесу, то он сразу обернется. Ладно, проверяем. Он обернулся, берем биту. Бита, сколько урона наносит? Ну, в принципе, не... А, у него же 50%. То есть у него должно было быть 50 хп. Бита, сколько урона наносит? 10 урона. Ага, то есть еще 2 удара. И это получается, я 80 хп ему снял сейчас. Все, 60 это снял кинжалом и еще 20 битой. Вон тому типку, может быть, гранату кинем? Вот этот чел, походу, он живой. Он просто притворяется. Давай я сейчас гранатку вот так вот. Бах! Сложился. А этому что-нибудь стало, нет? Но он прям так сладко спит. На тебе! На тебе! Бита. Хорош. Тут, говорят, расчлененка появилась. Можно конечности отрубать. Сейчас мы это проверим. Оу! Not bad. А голову? Голова, скорее всего, нет. Только ноги. Руки, ноги. Забавно. Я отпетый мясник, что я хочу сказать. Физика конечностей появилась. Это радует. Хорошо. Этот чел тоже у нас живой. По металлу прилетел. Смотрим битой, сколько я буду его долбить. Я бошку ему раскрошил. Неплохо. Тоже с двух ударов, в принципе, вынес битой. Да, с двух ударов выносится. Так, а смысл тогда в кинжале? Кинжал до сих пор не работает в стелсе, что ли? Я понять не могу. Вообще понять не могу, смысл тогда в кинжале какой. Короче, я сейчас собираю толпу. У меня там есть энергетик? Да. Выпью сейчас энергетик. Для чего я собираю толпу? Ну, во-первых, чтобы ее поджечь. А во-вторых, чтобы ее подорвать. К чертовой матери. Всю эту здоровую кучу. О, у меня там парочка уже загорелась. Так, это обугленные мои перцы, которые не дошли до меня. И сгорели. Так, мальчики, 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 я здесь. К тачке подходите. К тачке и горите. Один загорелся. А чего вас так мало? Чего вы так не горите-то? Ладно, не страшно. Я сейчас вас просто подорву. Вот так вот. Кидай гранату-то, елки-палки. Я сам себя, блин, подорвал. А что вот это выпало такое? Жрачка. И уровень повыше. Ну, прикольно. Толпы трупиков валяются. Интересно, что теперь с зомбарей падают какие-то ресурсы. Это прикольно. Тут даже есть паштет. А, консервная рыба. Насчет дизайна зомбарей. Выглядят они, конечно, суперски. Тут ничего не скажешь. Разработчик изрядно потрудился и классно все сделал. Че по тачкам? Их также можно открывать. Да, запчасти есть. Но, увы, зомбари у меня уже полны. И полны они жрачки. Так что брать я тут ничего не буду. Че, надо найти ключ. Здесь будет ключ, он же тут где-то лежал. Вот он, ключ, собственно. Берем его. Тут есть что-нибудь у нас? Бабки. Тут, в принципе, не играет никакой роли. Эй. Нет, это не тот ключ. От чего он? Ключ от кладовой. Ну так. А, все, да. Его нужно было в руки, типа, взять. Пластинки пойдут. Лук, конечно же, лук. Стрелы. Еще гранаты.
Короче, кинжал я нафиг выкидываю. Я прям такой... О, прикольно, что вот еще реализовали вот эту вот фишку, что ты прям выкладываешь предметы, и они вот выкладываются. 3D-моделькой. Это круто очень. Ну все. Отсюда мы забрали лук. Это самое важное. И можно, в принципе, сваливать. Е-е-е, поездатые приключения. Тут можно освещение включить? Нифига, не работает. Ладно, так проберемся. Туман уже изрядно меня подбешивает. А мне же, наверное, еще заправить поезд нужно будет, да? Сейчас проверим. В рубке ничего не поменялось, все так же. Все абсолютно так же. О, рубильник, по-моему, переключение света поменялся. Давай, знаешь что, мы, наверное, вот здесь вот сейчас все сгрузим. Ненужное. А, все, всего 20 килограмм сюда вмещается. Да. Вот этот бы ящик тоже сделали открывающимся. Ладно, а это что у нас за свет? Подождите. Это я выключу. Это непонятно что. А, вон оно что. У нас там фонарь появился, серьезно? Откуда он светит? Где? Где? А, вот он. Прикол. Это здорово, что и сзади у нас тоже есть освещение теперь. Тут у нас... Что это? Зомбис. О! У нас появился дневник по зомбарям. И мы можем прочитать, у кого сколько здоровья. Смотри, у него, значит, 70 здоровья. Я был прав. 70 здоровья. Ну, нет, я думал 80 в начале. Ближний бой пятера. Скорость, это понятно. Обычный зомби, переродившийся из-за обычного человека во всех смыслах. Не обладает особыми устремлениями, в результате чего имеет минимальные мутации. Зомбарей стало больше, как я вижу. Что-то еще, видимо, кого-то добавили. Ок, выходим. Топливный бак заправлен. Все у нас там оки-токи. Что, наверное, поедем? Не поедем мы никуда, надо там ворота открыть. Здесь мы можем... Лопата, все понятно, все. Ничего нового не появилось, без изменений. Так, как нам это сделать? Как нам открыть путь? Может, мы просто поедем и все? Пробьем себе. QZ. Увеличиваем. Снимаем с тормоза. Погудим. Нет, надо завести на... Не работает. Назад не едет. Оп-оп-оп, вот, поехали. Ага, открылась. Ништяк. Она автоматически открывается. Ну чё, гоним? Сбиваем зомбарей. Шикарно. Бочка отлетела. Приезжать их одно удовольствие. Ну что ж, прощай, зомби. Я снова вырвался на свободу. Вон там кто-то... Подожди. Я там жирного какого-то увидел. Да я спрыгну отсюда. А, блин, это я с кустом, видимо, перепутал. Нет здесь в леску никого. Было бы на самом деле прикольно, если бы разработчик сделал зомби-зверей. Ну и вообще зверей добавил бы каких-нибудь в лес. Кстати, у меня же очко таланта есть. Надо прокачать, наверное, выносливость. Каждый уровень дает плюс 10 к выносливости. Сила... Ого, переносимый вес на 20% поднимает. Скорость полета и урон стрелы, выпущенный из лука, на 5%. Давай-ка силу лучше вкачаем. Возвращаюсь, короче, к поезду. А там вон зомбарь трется. Ты кто такой? Это ж Машуня! Приветики! Так, ты издалека, да? Я, значит, издалека тоже буду. Заряжай. Блин, стрела сломалась. В какую сторону ты бежишь? Остановись! Минус рука. Хватит меня свои яйца тухлые кидать. Блин. О, мазю, короче, конкретно. Иди сюда, я тебя приветственной битой лупанул. Да что ж такое-то? Стой на месте! Машуня какая-то увертливая стала. Нет, не стреляй в меня. На тебе. Прикинь, я по ней биты не могу попасть. По ним стало сложнее попадать, это очевидно. Видимо, этот хитбокс остался маленьким, а 3D-моделька выросла в размерах. Ладно, все, залазим и поехали. Куча стрел, конечно, потратил. Обидненько. Надо более утоляющими вкинуться. Жалко, конечно, что нам не дают возможность в мегаполис сходить. Он так красиво там горит.
О, гляди, птички летают теперь. Раньше птичек не было. Это начало появления животных в этой игре. Ключик нам больше не нужен, можно его выложить. Хотя я его, наверное, выложу даже за пределы. А что, за пределы выкинуть его никак, да? Нет, только сюда, если положить. Ну, а пускали же здесь. Почитаю тогда записку. Мэтью, перестань брать мой лук, когда я ухожу на дежурство. Я закрыл его в кладовой и взял с собой ключ. Хорошо, что я не Мэтью, значит, записка адресована не мне. Когда долго едешь, вообще делать нечего. Побаловаться гудком, фонарем, жать на тормоз. Че у меня по топливу? Пока нормально. Едем и хорошо. Ой, что-то я зазевал, проезжая через эти мостики. Так душевно, спокойно. И поезд еще укачивает. Впереди небольшая рыбацкая деревня. Надеюсь, что зомби еще не успели добраться до нее. Ох, как ты глубоко ошибаешься. Мы уже все давно знаем. Жалко нет бабушек с пирожками. Так бы я сейчас поел. Отключаем. Тормозим. И выходим. Фух, ну что, понеслась? По новой. Значит, ищем, что мы. В основном только вооружение. Пистолет и все такое. Жалко, кстати, на тачках нельзя. А, еще металлолом. Точно, металлолом. Мне же надо начинать строить верстак и другие всякие штуки. Пойдем. Я посмотрю, что мне там нужно для всего этого. Значит, вот, молот я уже могу сделать. Сюда его. Разводной ключ, лопата. Вот лопату я возьму. Потому что там же пляж, и там есть что выкопать. Стол плотника. Дерево. 4 штуки мне не хватило. Но как бы нафига он нужен, вот этот верстак, если есть продвинутый? Тут нужно больше металла и меньше дерева. Ок. Усёк. Пошел. Подожди. Я тут это подумал и решил вот тут вот еще грамм пластинку это ставить. Она всего не чуть-чуть весит, но, блин, сюда не положить. Давай здесь она пускай будет. Картошку тут сейчас выложу. Вот так вот. Вот, всю. Аптечка пускай тут полежит. И тушеночка тут вот так вот. Места мало, конечно, я освободил. Давай еще вот воду вот сюда поставим. Во! Ништяк. А, уже темнеет. Это плохо. Жалко, на чужих кроватях спать нельзя. Значит, ищем остатки металлолома и былой роскоши. Вот пластик нам бы пригодился. Его возьмем. О, металлолом, пожалуйста. И дерево. Все, по металлу я все собрал. Сейчас будем мастерить этот фонарик. Или лучше кровать, я даже не знаю. Создаем верстак. Готово. Верстачок сюда. И размещаем его где-то здесь. Лучше можно даже подальше. Пока вот так вот. А, блин, тут молоток нам не поможет. Нам нужен этот гаечный ключ. Ладно, пойду еще пошарю металлолом. Для гаечного ключа там именно металлолом нужен. Вот он, металлолом. Отлично. Ой-ой-ой-ой. Ты откуда тут взялся? Это сейчас с хедиком. Нет, хедиком не получилось. А теперь вышло. Где там стрелы? Не вижу стрелы. Одна. Вот тут где-то вторая была. Вот тут. Ну давай же, стрела, ты мне нужна. Отлично. О, точно, фонарь же надо включить. Там как раз верстак буду делать и это. А освещаться все будет. Ой, не то. О, зашибись. Классная тема с этим фонарем. Разводной ключ готов. Зря я про него говорил, что он мне не понадобится. Взял и понадобился. Первее, чем молоток и лопата. Крутим гайки и болты. Готово. Значит, фонарик. Вот он, фонарик. Электрическая деталь вот такая вот. Моторчик нужен. Сейчас посмотрим под капотом, благо тут тачка стоит. Ха, вот он тебе и моторчик. Пожалуйста. Офигенно, я припарковался. Прям как надо. Значит, сейчас проверю. Деталь вот, моторчик вот. 3D-модельки зашибись нарисованы. Разработчику респект. Я балдею с этого. Готово.
фонарик вот так. Но я же хотел кровать, по-моему, да? Классическая кровать с багажным отделением. Ничего себе. Да, детали, конечно. Унитаз, офигеть. Управлять основной человек. Умывальник. Чисто поездатая тема вот эта вот тут появилась. Стеллажи. Это круто, надо стеллажи сделать обязательно. В общем, много всего интересного появилось, и надо бы пойти вначале кровать сделать, потому что в ночи я не хочу бегать. Нужен металл, нужен... Это я не буду забирать. Тут я все проверил. А, ну не все коробки я тут проверил, но тут дофига всего. Сейчас мы сделаем кроватку себе. Ткань же там по-любому нужна на кровать, да? Кстати, а что я с запиской вот эту ношусь? Ее тут оставить надо. Записку. Фонарик же я сделал. Да какого лешего? А его, кстати... Можно на лоб себе приделать? На скотч привязать нельзя. Ладно, давай вместо лопаты пока поставим. Фонарик. Включайся. Фонарик. Эй-эй. Во, на L. Light. Правильно. L это light. Сейчас коробочки все зачищем. Все, места нет. Пошли. Ух ты. Бегает он там. Как кролик из кустов вылез. Спать буду на свежем воздухе. Укрытия у меня все равно нет. А, мне кожа нужна. Кожа-рожа. Все дела, где же мне ее достать? Сейчас я тут еще пройдусь. Кожи нет. Кожа. Где же я кожу-то нашел? По-моему, в тачках. Седухи, да? Пойду вон в той тачке поковыряюсь. Может, тут что найду? О, ништяк. И бензин. Топливо на 73 килограмма. Пока. Вот это да. Вот так вот сделаем. Никто ко мне не бежит. Выкинул пластик, а кожу взял. Наверное, стоит что-нибудь... Например, ткань тоже вот так вот сюда, а вот кожу возьму. Все, погнали. Надеюсь, теперь-то все я для кровати взял. Да, точно, всего хватит. Делаем. И кровать это сразу ящик, я сейчас туда половину кину. И будет мне счастье. Гранату пока сюда. Кровать сюда. Ага. Развернем тебя. На гроб я сейчас, похоже, страшно. Как-то очень страшно. Наверное... Да, тут в кровати тоже болты крутить надо. Готово. А часы же у нас есть, да? 19:43. Только самая эта ночка началась. Хотя уже луна выползла и, в принципе, уже осветила нам путь. Но ночью все равно не хочу. Значит, спать или открыть? Открыть. 60 килограммов вмещает. Значит, вот это вот все добро сюда скидываем. Металлолом, прочее. Лопату. Ладно, гранату лучше возьму. Буду спать с гранатой в руках. Если что, так подрываться со всеми вместе. Ложимся спать. 12 часов. Сейчас было сколько у нас? 19. 8 вечера. Собственно, если 12 часов поспать, в 8 утра мы проснемся, да? Но я хочу проснуться в 7. Так что спать. О, подъем! Есть хочу, пить хочу, слава богу, срать не хочу. Проснулся почти в 7, без 5 часов в 7. Давай посмотрим, что пожрать, значит. Батончик, а, вода, я ж там и картошку уже выкинул, и воду. У меня ж тут стол накрыт, пожалуйста. Тушеночку, точнее, консерву. Съедаем. Раньше, короче, были показатели, да, вот тут вот внизу там голод, вода и прочее, прочее. Теперь вот такие вот значки отображаются, и голод и вода перенесли вот сюда, в снаряжение. Значит, попить. Берем попить. Пьем. Хочешь прикол? Смотри, я уже съел несколько консерв. И как бы от консерв получается, там же металл есть, металлолом. Его нет. Ну, то есть, остаточный материал как бы исчезает. А вот если ты воду попьешь, то пластик, пожалуйста, тебе. Вот он тебе. Странно это, конечно, все, но ладно. Да будет так. Немножечко логично не продумано. Так, значит, не помешало бы мне еще бы стеночки здесь возвести. Для этого нужно куча древесины, куча металла. О, рождественская всякая тематика актуальна, актуальна. Ой, картины. Боже мой, сколько тут всего. Но меня интересуют стены. Значит, стены будут у нас вот с такими окнами. Пойдем добывать ресурсы. Буквально не отходя от поезда, сбегал по коробочкам, пошерстил. И, пожалуйста... Все, вот тебе для стройки. Поставили. Здесь поставим. Тут у нас будет выход. Тут тоже. Вот так вот. Во. Где у нас двери? Двери.
Типа так. Ну пусть будет так. Сюда такую же. А тут уже у нас будет вот такая вот. Во. Посерединке, вот тут вот. Блин, и тут как бы тоже бы посерединке. Да, потому что можно упасть. Так что вот это мы удаляем и ставим вот такую. Ну все, берем молоток и поехали. Долбить нашим молоточком. Наше первое окошечко. Я вот сейчас долблю, долблю вот эти вот окошечки. И понимаю, что у меня же еще в кровати ресурсы лежат. Я про них совсем забыл. Ну вот же, их дофига. Кстати, тут нам уже пластик нужен. На кой здесь пластик для вот этого вот прохода с огромным окном? Я не понимаю, то есть, куда он тут? Ручки пластиковые вот такие вот, что ли, сделать? Сюда пластик надо было. Проход готов. Теперь можно вот так вот спокойно сюда заходить, выходить. Балдежно. Дерево закончилось здесь поблизости во всех коробках. Кстати, вот мне интересно, коробки можно разобрать? Они же из дерева. Пустая коробка, но нет, нельзя. Но я знаю, что можно разбирать мебель. Поэтому мы сейчас идем разбирать вот этот вот стульчик. О, зашибись. Стол, к сожалению, разобрать нельзя. Этот стульчик у нас как раз уходит на последнее окно. Ну вот, коробка готова. Теперь зомби нас не достанут, если они, конечно, не залезут на наши платформы. Ну и только если какие-нибудь вороны не насрут на меня с неба, которые вон там вот летают. Еще забыл фонарь отключить. Слава богу, что у меня тут аккумулятор бесконечный. Вот, да, выключил. Кровать у меня забита под завязку, поэтому придется складывать на нее вот таким вот образом. Кстати, что у меня по топливу? По топливу. Топливо 119. А у нас тут канистра. 7 канистр было вообще-то в этой тачке. Нам прям портануло. Вот это все забираем. И идем заправлять наш, хотел сказать, таз. Но тазом это сложно назвать. Тут прямо целый этот завод с болтами. Значит, канистрочку мы в ручки и заливаем. Еще канистры забираем. А можно как-то в руки взять и... Давай сюда. Как-нибудь попинать, потолкать его, раз не берется. Продолжаем залив. И мне, знаешь, что интересно? Вот с этими канистрами что делать? У них бенз можно как-то заливать или что? А, черт. Наверх. Сейчас. Тоже на кровать канистру поставлю. Вот так вот. Надо посмотреть, что там нужно для стеллажа. Современная складская полка. Для такой нужен вот это что? Стальные детали. Их нужно выплавлять, скорее всего, или... Так таковых ящичков-то у меня и нету, да? Кроме кровати. Ладно, пофиг. Подожди, давай мы сделаем хотя бы стол. Металл и дерево. И поставим его, ну, вот здесь. Не, давай лучше возле кровати. Сейчас подкрутим. Готово! Зачем я по нему ударил, не знаю. Короче, я буду здесь вот и чипсики складировать. Вот тебе вода. Тут это, вот это что это такое? Консерва. Пластик, пожалуйста. Более утоляющий. А вот это все обратно возвращаем. Ну, можно отправиться в дальнее путешествие. И попробовать найти что-нибудь еще. Достаем лук. И погнали шариться. Вот, смотри, присел, отдыхает там у камушка. Но я-то знаю, что он не отдыхает. И не спит. Он бдит и ждет момента. В этот дом хочу попасть, но тут... А вот можно или нельзя? Тут можно пройти? Калитка есть? Или нету? Походу нету, надо через верх. Ёлки! С одного выстрела его нафиг. В глаз. Капец, а как? А как мне туда пройти? Че, еще дальше бежать? Еще один. В голову попаду, не попаду? Хорош. В почтовом ящике можно поковыряться? Нельзя.
Опа, аккуратненько. Вон того чувака обходим. Ёлки-палки, сколько тут кровищ. Патронов навалом, плазма, картинки забавные. Дайте мне ствол. Да блин, ну почему промахиваюсь-то? Ничего нету, гранаты, это хорошо. Возьмем все. Да, хоть бы у одного под кроватью где-нибудь пестик завалялся. Ну, в холодильнике стволов нету, тут тоже навряд ли. В основном тут жрачка, да? Мореутоляющие в печке. Гениально. Ладно, тут чисто. Идем дальше. Идем дальше. А ты кто? Это этот же! Шапокляк! Нифига себе, что у него с руками было? Какой ты страшный. Нифига себе, как я его проткнул-то прикольно. Надо фонариком подсветить. Для прибьюшки пойдет. Забираю стрелу. Это, короче, вон, когтистая тварина. Очень больнюще бьет, между прочим. Ворона прямо передо мной пролетела. Интересно, а в нее можно всадить стрелу? И потом полакомиться ее мяском. Еще один шапокляк. Так, значит, быстренько все обшариваем. Нету, нифига, нету. То, что нас интересует. Телевизор было бы прикольно разбивать. Но нет. Не дают нам такую возможность. Это выход. Рановато. Ёлки-палки! Ты что меня пугаешь? Чертяка! Тут ничего нету. В туалете навряд ли что-то будет. Да. Идем сюда. Нету. Капец. Копцовый. Опа. А это кто? Ребята, это кто? Он какой-то фитнес накачанный. Вот это у него рыло. Это что за орк? Я, может, ему гранату кину? Круто. Ну нифига себе он мощный. Он реально на орка похож. И он очень накачан. Я думаю, что он мог мне втащить так прилично. Получай. Он так мне в глаза смотрел. Мне даже стыдно стало, то, что я его откумарил. Опа, пакля. Ох. Не попасть по ней, я по... четко по голове. Ладно. С одного выстрела. Правда, стрела сломалась. Ну я чисто по телу бил, и нифига. Пакля увертливый, засранец. Двери открыты. Ты спишь? Ты труп? Вроде да. Вообще как за ногу у меня. Хап, цап, и все, я зомбарь. Закрой-ка я двери, не буду его беспокоить. Че, дома что ли никто оружие не хранит? Надо к нелегалам, короче, идти. У нелегалов 100% есть пушки. А где живут нелегалы, кто знает? Вон туда надо, точно. Там вот, вон там вот точно оружие есть. Вон в том домике, я вспомнил. Там, короче, фейерверки, все дела, и зомбари побегут ко мне толпой. Как на вечеринку. Тут у нас... Чего? Вот это приветствие. Вот это ты меня встретил. Какой-то склад. Будем иметь в виду. Но ошибка-то тут ничего и нету. Чё? Тут же можно покопать. Вот, я лопату брал с собой? Нет, я лопату забыл. Ах, это ошметки зомбаря. Сейчас, короче, я здесь все прошмонаю и побегу обратно за лопатой. Холодильнички нифига. Тоже ничего интересного. Сколько здесь холодильничков-то? Привет. Не вставай, ну посидел бы ты тут, порыбачил. Чё ты сразу встаешь-то? Шоколадкой был. Гостеприимный зомбик. Кстати, бита скоро сломается. Половина ее прочности уже все того. Ну, в толкане явно никто ничего не хранит, да? Кроме туалетной бумаги. Ой, ну ладно, ребят, я вам мешать не буду. Долбите, долбите. Ага. Нифига. Этот дрыхнет алкаш.
Все как у нормальных людей. Заходишь, там, короче, двери долбят наркоманы, а тут бухой валяется. Надо бы аптечку взять. Вот, кстати, скорой помощи она, скорее всего, будет. А то я так бегаю бесстрашно. Где тут можно? Скорой нет аптечки. Это как-то странно, ребята. Ладно. Поищу в другом месте. О, канистр топлива. Я, кстати, забыл посмотреть, насколько я свой поезд заправил. Есть ли смысл мне еще канистры искать? Я думаю, что мне до конца игры его хватит. О, черт, жрать захотелось. Че у меня там? 10%? Ща, кухонь тут много, забежим, пожрем. Как суслики. Патронов просто немерено куча. Вот тебе и жрачка, пожалуйста. Давай прям с холодоса жри. Вон тебе. Энергетики, пожалуйста, и вода. Давай по-людски. Вот тут вот все выстоим. Вот так вот. Нормально пожрем, да? Ох, хорошо это как, а. Все, на выход за лопатой. А тут, конечно же, меня поджидает. Что-то уже солнышко, походу, садится. Что по времени? 16:58. А оно тут в 6 садится уже. Походу, надо спать ложиться, да? Так, быстренько вытаскиваем все, что я принес. Вот сюда. Таким вот образом. Капец, как быстро темнеет. Да, топливо проверить. Проверить топливо, сколько я там заправился. Как бы... было сотня, ну 80... 90 литров я заправил. Ясно. Канистра, ты мне же не помешаешь? Я тут прильну поспать. 12 часов. О, туман какой. Че по времени? 5 утра. Ну нормально, сейчас рассветет. Все хорошечно. Лопату. Чуть не забыл. Все же только ради лопаты затевалось. Молоток. Не понял, это как так вышло, что я... Я как-то лопату, смотри, вниз инвентаря положил верхнего. Она под молотком. Ага, прикольно. А можно сюда так же? А вот это? О, ага. Как-то очень интересно все это меняется. Гранату сюда, пожалуйста, хочешь биту? У меня, по-моему, еще одна дополнительная ячейка появилась. Странно это все, но лопата, тем не менее, у меня. Ладно. Погнали. Фонарик рубаем. Сейчас будем золото искать в песках. Ну-с, приступим. Вон уже кучку вижу. Где там наша лопата? Погнали. Что-то ты, по-моему, не копаешь, а дубасишь ее. А вот, теперь копаешь. Чего? Оверлодед. А, я песок копал, елки-палки. Так, подожди, мы это ведро вот тут поставим рядышком, да? Я-то думал, можно что-то... Я совсем забыл, что тут песок нужен для стекла и прочего барахла. Тьфу ты, елки. Ладно, мне это ведро-то надо как-то забрать и утащить домой. 3 килограмма песка, короче, тут оставлю. Ох, дотащил этот песочек. Можно было бы ведрышко, конечно, и побольше. Такое ощущение, что оно из-под краски. Ну вот. Блин, опять ворона полетела. Не успел лук достать. Ну вот, рассвело. Солнышко обогревает меня. Туман щекочет мои подмышки. И нам осталось зачистить только вот этот вот домик здесь. И я предлагаю добраться туда вплавь. Хотя я там не залезу. Мне там негде залазить. Ладно, придется не вплавь. Скрюченные лапки. Фух, ну что. Сейчас вот эти бочки надо будет подрывать. Пушку мы достанем. Я больше уверен, что там она есть. Да, в смысле уверен? Я знаю, что там есть ствол. Все ради этого тут и предназначено. А ванпост такой хороший тут. Видишь, мешки с песком накидали специально. Оборонительная зона у них тут была. Отсюда, кстати, стрелять очень хорошо по бочкам. И в целом отстреливаться. Тут еще есть пару бочек. Их можно таскать? Свободные руки, чтобы подобрать перед... А, сейчас, секунду. Вот так вот. Пойдем-ка мы их перетащим.
Вот здесь поставим. Прям тут. Этот воткнулся там в проволоку. Ой, как громко. Почему я поставить тебя не могу, бочечка? Обязательно так кидать, да? Как какой-то дебил. Ладно, хорошо. Сюда почечку. И где-нибудь здесь поставим еще, да? Вот так вот. Пойдет. Ну все, сейчас начнется. Ля-ля, тополя. Значит, граната, аптечка. Ладно, нам это не надо. Гранату мне и так навалом. Тут ничего интересного. А вот тут вот. Вот ствол. Так, патроны. Винтовка, дробовик, патроны для пистолета. Все, ништяк. Перезаряжаемся. Ты идешь? Не трогай мою бочку, не скидывай ее. Блин. Перезарядка. А, им пофиг на бочки на самом-то деле. Они их просто оббегают и все. Так. Тут у нас на стуле отдыхающий. Патронов навалом. Ну как навалом, уже 16 осталось. Вот эту бочку сейчас подорву. Прям ко мне залетел. Подожгешься? Загорись. Ох, хорошо, как их там. Вон еще двое идет. И в принципе все на этом, наверное, да? Мне казалось, что раньше их было больше. Ну, тем не менее, оружие у нас теперь есть. И можно со спокойной душой нагребать патронов и раздавать всем люлей. Спасибо, что освободили путь. Так, я что-то могу это загореться. Я тогда, пожалуй, скупнусь. Ну вот, мы продолжим наше путешествие с оружием в руках и в новой локации, но уже в следующей серии. Поэтому, если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк под этим видео. Прямо сейчас спускайся, ставь лайк, подписывайся, если ты еще не подписан. И тогда мы вновь увидимся с тобой в новом ролике. Так что, до встречи.